привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте появились 4 новеньких участника. Артему Сорока, 28 лет, он из Белоруссии, музыкант, пришел к Марго Овсяниковой. Марго сказала, что он ей не нравится. Виктория Борисевич из Белоруссии, ей 21 год, бывшая девушка Давида Анташвили. Участники проекта заподозрили, что у них договорняк. Алиша, 21 год, она из Эстонии, певица, пришла к Михаилу Вырскому. Ради проекта она отказалась от музыкальной карьеры. Дарья Титамир, 26 лет, она из Одессы, приехала к Араю Чебаняну. Она считает, что отношения между Араем и Сашей Шева – фикция. Алексея Чайчица отправили одного на остров любви. Лиза Триандефилиди расстраивается и пишет о том, что это очень несправедливо. Марина Африкантова рассталась с Ромой Капаклы. Ей мешает разница в возрасте. Она считает, что он в силу возраста не понимает ее и не чувствует. Марина хочет семью и ребенка, а Рома пока не знает, чем будет заниматься в будущем. Рома написал большой пост о том, что он переживает и терять Марину не хочет. Марина Джураева, которая пришла к Виталию Малышеву, поняла, что ему не нужны отношения. Она будет присматриваться к другим парням. Настя Болинская хотела заселиться с Алексеем Кудряшовым. Алексей категорически против. Ему понравилась новенькая Алиша, за которой он теперь и ухаживает. Катя Зиновьева написала о том, что очень скучает по Саше Габозову. Она даже познакомилась уже с его родителями. Габозов – мужчина ее мечты. Юлии Ефременковой очень не нравится, когда ее критикуют как ведущую. «Не нужно меня учить», – пишет она, – «что говорить, как говорить и кому говорить, кого ругать, кого хвалить. Я могу сама разобраться. И если мои взгляды и высказывания не совпадают с вашими, это не моя проблема, а ваша». Стало известно, почему покинули проект Лилия Читрару и Сергей Захарьяш. Об этом поведала бывшая участница Кристина Равинская. «Они хотят развиваться», – сказала девушка, – «на 150 тысяч в месяц много не разовьешься». Также Кристина рассказала, что голосования подстроены. В это не стоит верить. Ей очень не нравится Ефременкова как ведущая. «Она противная», – сказала девушка. И не нравится Черно, она неадекватная, особенно в плане мужчин, может даже сесть парню на лицо. Стало известно, почему покинули проект Дима Дмитренко и Оля Рапунцель. Они не просто ушли в декрет, а обиделись на Ольгу Бузову. Она сначала разрешила отметить им еще одну свадьбу за счет проекта, но потом передумала. Так что играть им вторую свадьбу никто не будет. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.